Книга – лучший подарок. Так решили единороссы и привезли маленьким пациентам педиатрического отделения Одинцовской областной больницы детские книги. Среди них – «Кортик» Анатолия Рыбакова, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, а также книги для малышей, известные и современные сказки. Детки здесь находятся, проводят здесь много времени. Это лечебное заведение, и здесь, конечно, свободное отвлечение времени. Мне кажется, самое лучшее времяпрепровождение было бы с книгой. Проект «Добрая комната» особенный для партийцев. В больнице помещение для досуга детей ранее было отремонтировано. Там появились игрушки. К Международному дню детской книги единороссы подарили ребятам бумажные издания. И хотелось бы, чтобы они читали, потому что их досуг нужно тоже занимать между процедурами и лечением. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они были все побыстрее выздоровели. Но вот такая акция «Добрая книга», «Добрая комната», «Книга для детей». Поэтому я считаю, что она не останавливается. То есть по мере возможностей, по мере потребностей мы будем насыщать и наших детишек поддерживать. В педиатрическом отделении Одинцовской областной больницы лежат дети от 0 до 18 лет с разными диагнозами – от заболеваний желудочно-кишечного тракта до вегетососудистой дистонии. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией их посещение родными запрещено, поэтому книжные подарки пришлись ребятам по душе. Деткам всегда приятно получать подарки, вот, особенно когда они в стенах нашей больницы. Да, вот, им очень приятно, я смотрю, они все довольные. То есть спасибо вам большое. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».